Решила снять новости своей студии. У меня тут немножко подобустроилась. Подруга мне привезла вот такие тумбочки. Ну, не знаю, может быть, на полгода. Не знаю точно на сколько. Но вот теперь так поудобнее краски хранить, инструменты. Вот я тут поставила пока вот эту картину в процессе. Правда, не знаю, безопасно ли у окна, но посмотрю, у нас тут как будто бы сезон дождя начался, как обычно, когда его не должно быть зимой. А вот это у меня тут такое в работе будет интересное. Очень-очень много всяких растений. Надо будет нарисовать, да, переворачиваю, чтобы не пылилось. Котечка. Котечка, котечка. Вот. Вот тут у меня теперь вместо стула тоже тумбочка. Раньше на стуле лежала. Все. Тут можно всякие материалы складывать. Но я пока немножечко переложила, пока сильно еще не раскладывала. Такая темнотища, потому что пасмурно сегодня. Вот. Так что прям как-то поприятнее стало с этим стулом. Я подумаю, куда его пристроить. Пока вот так его переставим. Тут всякие сушатся и хранятся. Вот это у меня вот этот тестик. Посмотрим, как он в темноте себе будет вести. Вот. Я сейчас включила весь вообще свет, потому что прямо темно, когда пасмурно, очень темно. Так вот, а еще мне привезла подруга такую вот красоту. Ну, это ненадолго у меня будет, но уже очень прям вдохновляет. Очень сочетается с моими картинами. Какие они красивые, балийские фигуры резные, такая красота. Вот, они прям очень сочетаются с моими картинами, мне прям очень нравится, как они тут стоят. Вот, потом они будут где-то недалеко от дворца в центре, эти фигуры. Сейчас они у меня.